Всем привет, с вами Богдан Ткаченко. Мы играем Seven Days to Die. Что выбрать, новаз ген или рандом ген? Но уровень сложности я попробую insane. Здесь ничего менять не буду. Попробуем на вазген, на insane, на insane. Ну давай навес просто. Или нет? Давай Богдан. Я сделал максимальную сложность, потому что я уже видел, что бывает, если легкую выбрать в игре Imperion Galactic Survival. Там это привело к тому, что слишком легко было. Мне кажется, здесь легко не будет. Еще посмотрим. Это какое-то обучение. А у меня какая еще стоит? Графика. О, автомобиль. Мне пишут, что графику я сейчас поменять не смогу. За кадром поменяю, если что. Почему здесь FPS-ов не показано? О, карта есть. Я что, ползу, что ли? А, это контролом. Присядку можно. Я тут не вижу ничего. О, расторопша. Растет. Квадратная. Но у меня такое ощущение, что тут лучше использовать режим от третьего вида.
от третьего лица. Ничего себе, это зомбятина. Была. Кирпич. Лопок. Мне кажется, я зря на вас ген создал. Так, вроде записывается. А на максималках она... Сейчас посмотрим. Сколько она будет... По производительности. Сейчас войду для пробы. Опять в игру. Поделаю что-нибудь. Смотрю на график. Графический процессор где-то в районе 90%. А этот в районе 80. Ничего себе. Жестко, надо будет меньше сделать. Что-нибудь. Motion Blur отключу. Не вижу в нем смысла.
Ну, домик. Там зимушка зима. Интересно, мне предлагают дерево срубить, чтобы сделать первый инструмент. Но это сколько его нужно долбить? Здесь выпадет. Здесь, оказывается, графика мощнее, чем в Империоне. На первый взгляд так не скажешь. Дверь надо ломать, ломать и ломать. Вот он я какой. За деда играю. За Хэнка. Так, ну попробую на медиум поставить и понадеюсь, что сейчас не попортится запись. От этого. Так, ожидание отклика программы. Работает, да? Только этот motion blur мне не нравится. Он все равно. Офнем его. Да, давай еще. Посмотрю на графике моего диспетчера. Еще высокие. Ну, на элементарных давай играть. Что-то не так с этой игрой. Выглядит ужасно, требует много. Нормально, да, робит все. Ocean Blur'а нет на элементарных. О, а там зомбия, да?
Ой. Ой-ой-ой. Все? Другой мир создавать? Но это Новазген, да. Мне он не понравился. Мне теперь понятно, почему игра при первом запуске минималки посоветовала использовать. Что-то она нехорошо оптимизирована, как я думал. Но зато веселее играть. Сдохнуть запросто. А это весело. Скучно было, если бы нельзя было сдохнуть. Что это такое? Крипово, криповенько. Почему мне не показать то, что я могу сейчас? На что у меня есть предметы. Как все непривычно в играх, которые не играл раньше. Похоже, что тут мало что интересного. Зомбиатину-то мы не разберем на запчасти. Можно с собой стулья взять, да? Может, я буду жить где-нибудь. Лекарство. Все нормально записывает, да? Бутылочка, в ней можно воду набирать. Теперь я от жажды не умру. Можно кастрюли сделать из этой банки. Ну, нормальные вещи тут. Айронвуд. Так вот, как я это сделаю? Ой-ой-ой-ой-ой. Это же от зомбятины, Коля.
Может, трубой вооружиться можно? Нет, не похоже на то. Свинец есть. Яички. Пока что я тут вижу, что тут море контента. Ага. В этой игре. Как сделать поножи? Чертежи. Зачем? Да я также бы графику нарисовал. Не очень. Лучше меня, а не в графике. Кто-то рисовал. Ну да ладно. Зато интересно играть. Стекляшка. Ручка. Я вижу там зомби. Мне здоровье стало повышаться. А, таблетку запить хочет. Свинцовое грузило на удочку. Кепка. Почти новая. Почему игра выглядит совсем без сглаживания, если оно у меня прописано в драйверах? Не пойму только. Оно же совсем ничего не стоит производительности. Ну вот. Я его подрубил. Да, я включил сглаживание. Пусть будет, почему нет. Неужели внутри? Блин, мне страшно, ребят. Вот это страх.
Интересно, стульчики можно разобрать? Ну там, чтобы дерево получилось. Или его ударить надо кулаком. Но это долго. Тут зомби. Я не вооружен ничем. Как думаете, я убью? Здесь к нему тут... Ой, там еще им подмога пришла. Этот дом мне больше не нравится. Пойду другой искать. Как их обойти? Меня видно. Чё свинец? Этот урод идет за мной. Вон, видите как? Фу, гадкая. Ты мне не нравишься. Она ранит меня, если я нападу на нее. Быстро отлетела. Не, реально стрём какой-то. Дощечка.
Просто дубинку делай. Не понял. А, вторую дощечку. Так можно молоток. Топорик. Дерево же рубить буду. Мне дощечки не хватает. Оказывается, собрать одну дощечку это еще не все. А я-то думал. Да и как мне одеть своего чувачочка? Здесь же. Вот. Не быть же голым. Какой-то можжевельник. О, олень. Так, вы меня не видели. Да ты меня не видела, слышь? Хотя у нее здоровье обычно... У нее было мало здоровья, когда прошлый раз с ней сражался. Я ее голыми руками завалил. Я это помню. Ой. Это трава, да, солома. Ты по мне не попадешь, слышь ты? Ты алкашня. Чё машешь ручонками? Чё мёртвый притворяешься? Я знаю, что ты ещё ого-го. Ты ублюдок. Быстрый зомби. Черт, я сваливаю. Слышь, ты ушел. Растворился там. Ты меня за деревом не видишь. Дух ты, черт.
Пошел ты. Как тебе такое понравится? Чё, запутался? Фух, ну это кошмар, как страшно. Скраб. Ага. Есть разбор на дощечке. Я знал, что я что-то не знал, что я что-то неправильно делал. Но сражаться с голыми руками — это прикольно. Я придумал. Так, рецепты. Лопата. Вот что я хотел. А, так он плохой, что ли? Ему запаснуха нужна, да? Запаска. Сейчас. А. План фибры не хватает. Ясно. Где брать? Как ее крафтить? А вот деревяшки и без этого. Без разбора стульев. Мне планфибра нужна. Шишка упала. А, траву надо молотом, да? Валить. Все теперь ясно. Стало вдруг ясно, как играть. Вот что новое. Снежная ягода. Есть такая, только она белого цвета. Здесь она голубенького.
Эти, наверное, тоже разбираются на планфибру, да? Так, тут... Ух-ух-ух. Печально. Я просто кулаком ударил по траве, и планфибра получилась. Деньги, а зачем? Теперь нужно просто табуреты искать, да? Камушки еще. Могут пригодиться. Может, я и лук сделать смогу? Просто блок. Ну вот, можно собрать табуретов и их разобрать. Рецепт первой помощи и лекарства. Нет, я отложу их пока. Вода. Пиратская шляпа, что ли? А. На бороду. Зачем мне говно? Непонятно. Так. Не буду брать. Лагерь. Топорик уже не скрафтить. Запасной нужен же. Уже камней нет. Пойду камни шатать тогда. Наверное.
Не буду сильно увлекаться. А тут был зомби? Нет. Второй этаж не проверил. И тут зомби. Просыпайся. Только тухлая еда. Я думал, что-нибудь полезное выпадет. Придется до плитоса жрать. А, надо попить, да? Тут написано Murky Water. Это что, моча, что ли? Ха-ха, мочу выпил. Молодец, дед. Небрезгливый. Можно было просто вылить и налить воды. Мы не ищем легких путей. Просто постучу. Да не так валяется человек стучать. Дом сейчас бы найти другой. Ага, вижу. Кто это построил? Какая-то мистика. Это мираж, что ли? Что-то стрёмное происходит, ребят. И что-то жутко. Игра пугает. Такой форт огромный, зайти нельзя. Почему-то ночь наступать резко стала.
Мне предлагают кровать скрафтить. Я буду спать здесь на улице. Вы что? Дом какой-то. У меня света нет с собой. Ой, я думал, это глаза. Так, эту дверь за собой можешь закрыть? Фу. Бедрол. А вот он. Мелкий меня не понимает. Не, так хорошо стояло. Так, ну я что-то я не понял управление. Что еще нажать можно? Теперь молоток скрафтить. А как спать-то в этой кроватке? Это spawn point. Я думал, спать можно. Ничего нет, как если бы я тут был. Уже. Это какое-то новое место. Угу.
Это помогает, да. Я кости его забрал. Светает, что ли? Машину лучше не разбирать топориком. Можно стрелу сделать. А лук можно. Так давайте мне стрелу. Я вообще люблю луком. Мне что-то не хочется нападать с луком на них. У меня не хватает камня, а так перьев по перьям нормально. Это полностью железная руда, что ли? Нет, это свинцовая руда. Мне бы камушек. Теперь перьев не хватает. Нужно искать гнезда. А топор все. И мне его предлагают починить, да? Как я понял. А нельзя просто выкинуть? И новые сделать. От меня пошел в сторону. Спид лимит. Ну тут лимиты. На скорости стоят. Стоп. Мне персонаж жрать хочет. Но я не думаю, что я такой сэндвич съем. Чё, нормальная еда? Да ладно. Понравилась эта гадость. К тому... Погоди, я от того дома шел, что ли? Ещё-то... Поел еды, как заблудился в трех соснах.
А дома кто-то есть, да? Ясно, пойду стучать в другой дом. Прям хоррор, да, скажите? Что, нет динамического освещения? Да ладно. А, не, вроде есть, но просто слабое, да? Угу. Как-то странно, они холодильником пользовались. Или они от него... Они им забаррикадировались от зомбя. Зомбятины. Тут вообще старый стульчак. Приодеться вон можно. Так, мне это не надо. Кофе и кастрюля. Просто другой цвет. Нормально. Я его не видел вообще. По темноте шарится вот так. Печально. Ну, Новазген нормально играется. Ну, теперь я живу дома, да? Сколько я сейчас записываю? Ну, тогда всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.